Если вы хотите выглядеть как греческие боги, жившие на Олимпе, вам необходимо много тренироваться, отдыхать и, конечно же, есть. Однако не вся еда одинаковая, и не все продукты помогут вам нарастить мышечную массу. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о 10 лучших продуктах питания для быстрого наращивания мышц. Погнали! Номер 1. Куриная грудка. Всем известно, что курица – это практически чистый белок. Особенно если мы говорим о куриных грудках, в которых содержится много белков и мало жиров, а также такие полезные микроэлементы, как калий, кальций и железо. Безуглеводная куриная грудка также насыщена витаминами В3, В5 и В6, которые помогают правильному функционированию организма. Размер среднестатистической куриной грудки идеально подходит под порцию, поэтому вам не нужно отмерять порцию или взвешивать грудку, чтобы понять, насколько вам необходимо потреблять калорий. Конечно, куриную грудку иногда можно заменить куриными бедрами, однако стоит помнить, что в них содержится чуть больше жиров и калорий. Номер 2. Яйца. Яйца – это доступный и дешевый продукт питания, который является как отличной закуской, так и незаменимым основным блюдом, если вы хотите нарастить мышцы. В яйцах содержится 9 основных аминокислот. Во время тренировки ваши мышечные волокна и ткани травмируются и надрываются. Потребляя такие белковые продукты, как яйца, вы восстанавливаете поврежденные мышечные волокна посредством аминокислот, в результате чего ваши мышцы становятся прочнее и крупнее. В яйцах также содержится много витамина В12 и витамина D, которые способствуют правильному функционированию иммунной системы. Номер 3. Творог. Если вы хотите набрать мышечную массу и не поправиться, то лучше брать обезжиренный или нежирный творог. Творог – это отличный продукт, если вы не знаете, что приготовить или съесть после тренировки, потому что его просто можно купить в любом продуктовом магазине и употребить сразу после вскрытия. Большая часть белка в твороге предоставлена казеином, который является медленным протеином, то есть он долго усваивается организмом. Поэтому если у вас не будет возможности поесть в ближайшие 3-4 часа, то съешьте перед этим творог. Тем не менее, творог является молочным продуктом, а поэтому он может привести к застою. Плюс в нем содержится большое количество натрия, что тоже не очень хорошо, поэтому не налегайте на творог слишком сильно, но и не отставляйте его в сторону. Номер 4. Овсянка. Овсянка – это отличный источник медленных углеводов. Более того, у овсянки низкий гликемический индекс. Она отлично насыщает организм питательными веществами и является источником полезной клетчатки. Если вы хотите нарастить мышцы, то мы рекомендуем вам есть на завтрак овсянку. По вкусу ее можно смешивать с небольшим количеством протеинового порошка, льняными семенами, заменителем сахара, орехами, ягодами и так далее. В общем, по вкусу. Постная говядина. Номер 5. Безусловно, постная говядина – это один из лучших продуктов для наращивания мышечной массы. Несмотря на то, что говядина постная и безуглеводная, в ней все равно содержится достаточно много калорий, даже больше, чем в большинстве других белковых продуктов. Тем не менее, излишнее потребление постной говядины может сказаться на вашем весе, поэтому лучше не переедать этот продукт и потреблять его в меру. Так или иначе, постная говядина, как и многие другие виды красного мяса, это отличный белковый продукт для наращивания мышц. Помимо всего прочего, в говядине содержится витамин В12, который улучшает метаболизм и способствует правильному функционированию нервной системы. Сладкий картофель. Номер 6. Сладкий картофель можно готовить разными способами. В одном из способов необходимо тщательно промыть сладкий картофель и поместить его в микроволновку на 5 минут, после чего он будет готов к употреблению. После этого можно таскать с собой картофелину и лакомиться ей во время перекусов. И все же предпочтительнее будет отваривать сладкий картофель для более тщательной обработки. Сладкий картофель – это отличный источник углеводов. У этого продукта низкий гликемический индекс, причем даже ниже, чем у несладкого белого картофеля. Номер 7. Цельные зерна. В эту категорию входят такие продукты, как коричневый рис, пшеница, киноа и так далее. Цельнозерновые продукты медленно усваиваются, имеют низкий гликемический индекс и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами для поддержания энергии на протяжении длительного времени. Номер 8. Протеиновый коктейль. Протеиновый коктейль, приготовленный на основе высококачественного протеинового порошка, обеспечивает организм большим количеством быстро усваиваемых белков. Но в связи с этим протеиновый коктейль не насыщает организм полностью, поэтому его рекомендуется употреблять либо после тренировки, либо в сочетании с другими продуктами. Номер 9. Авокадо.
Для построения здорового крепкого тела вам нужны не только белки, но и жиры, которые содержатся в авокадо, а также в орехах, бобах и многих других продуктах. Организму нужны жиры для полноценного функционирования гормонов, в том числе тестостерона, который является одним из основных гормонов, обеспечивающих набор мышечной массы. Номер 10. Рыба. Рыба – это продукт с высоким содержанием белка, который обеспечивает наращивание мышц. В рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые способствуют правильному функционированию нервной системы и общему развитию организма. Самые лучшие виды рыб, потребление которых поможет вам увеличить мышечную массу – это треска, лосось, тилапия и тунец. Как известно, потребление углеводных продуктов в больших количествах может не только негативно сказаться на наборе мышечной массы, но и привести к проблемам со здоровьем. Поэтому в качестве бонусной части мы расскажем вам о 6 продуктах, которые либо вовсе не содержат углеводы, либо содержат их в ничтожном количестве. Сливочное масло. Сливочное масло – это безуглеводный продукт с высоким содержанием витамина А, который полезен для глаз, кожи и волос. Помимо этого, кальций, который содержится в сливочном масле, положительно влияет на развитие костей в теле. Растительные масла. Такие безуглеводные растительные масла, как кокосовое, оливковое, кунжутное и подсолнечное, являются отличной добавкой к основным блюдам. В растительных маслах содержится много микроэлементов и витаминов, поэтому блюда, приготовленные на этих маслах или потребляемые вместе с этими маслами, станут еще вкуснее и полезнее. Крабы. В крабах отсутствуют углеводы, однако они содержат в себе большое количество белков и насыщенных жиров, а также омега-3 жирных кислот. Помимо этого, крабы богаты витаминами В12 и С, благодаря чему добавление этого продукта в рацион отлично скажется на вашем самочувствии и здоровье. Лобстеры. Как и в крабах, в лобстерах отсутствуют углеводы. Лобстеры – это нежирный продукт с низким содержанием калорий и холестерина. Помимо этого, в лобстерах содержится большое количество полезных белков, железа и витамина В12. Несмотря на свою дороговизну, лобстеры являются отличным продуктом, который стоит включить в дневной рацион. Индейка. Безуглеводная индейка является отличным источником белков, витаминов В3 и В6, фосфора и железа, которые способствуют как правильному функционированию нервной системы, так и в целом положительно влияют на весь организм. Зеленый чай. Если вы решите придерживаться безуглеводной диеты, то вам необходимо включить зеленый чай в свой дневной рацион. Потребление зеленого чая снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижает жир. Помимо этого, зеленый чай борется с раковыми клетками и поддерживает иммунную систему в хорошем состоянии. Ну и давайте подведем итоги этого выпуска бонусом из 7 продуктов, которые лучше всего сжигают жир. Творог, кефир, простокваша и йогурт. Кальцитрол – это гормон, который помогает клеткам избавляться от жира, и он в избытке находится в молочных продуктах. Нежирные молочные продукты – находка для всех, кто на диете. Имбирь. Эфирные масла, которые содержатся в имбире, улучшают пищеварение. Также они стимулируют вырабатывание желудочного сока. Это помогает организму тратить больше энергии, сжигать жировые клетки по максимуму. Помимо данного положительного эффекта, имбирь хорошо влияет на состояние кожи. Капуста. Ешь капусту всех видов. Это достаточно полезно при похудении. Белокочанная капуста, цветная и брокколи – все виды хороши. Капуста содержит много клетчатки, а это помогает выводить из организма все лишнее. В составе капусты присутствует индол-3-карбинол – вещество, нормализующее обмен эстрогенов у женщин. В капусте содержится мало калорий, поэтому можно съесть внушительную порцию салата и заполнить желудок, не рискуя прибавить в весе. Корица. Корица снижает содержание сахара в крови, а это способствует аккумуляции жиров. Добавляй корицу в напитки, которые привык употреблять. Чай, кофе, даже кефир с корицей будут вкусны и полезны для фигуры. Миндаль. Миндаль переваривается организмом всего на 40%. Остальные жиры, входящие в состав полезного в высшей степени ореха, не перевариваются. Усваивается лишь белок. Перекусывать миндалем – отличная идея. Хрен. Хрен, как и горчица, очень хорош для улучшения пищеварения сложных продуктов. Кокос. Кокосовое молоко не только насыщено полезными микроэлементами, но и обладает способностью усиливать пищеварительный процесс.
Ну а на этом все. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен. Ну а в комменты напишите свой вес или процент жира просто ради интереса. Не забывайте поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить новые термоядерные выпуски. А также, если у вас есть время, зацените несколько предыдущих выпусков. Спасибо вам за просмотр.